считаете, где это будет первая, наверное, такая, как первая ласточка, первая традиция к, вот, к балу такому вот именно дебютанта, которые, в принципе, могут, наверное, строить здесь выгодную партию, скорее всего, да? Вот как вы считаете? Я считаю, да, потому что такие традиции нужно проводить вообще у нас в Москве и почаще, и ежегодно, так сказать, чтобы девушки наконец могли почувствовать себя принцессами. Украшения на всех девочек – это Шанель. Вот, драгоценности, конечно, безумной красоты. Очень за них переживаем. Мое платье от дизайнера Стефан Ролан. Оно мне очень нравится, потому что я люблю рок-музыку, и все такое очень жесткое, брутальное. Мне показалось, что вот эти сталь, она очень подчеркивает мою индивидуальность. Ну, большинство девочек даже никогда не занимались танцами. Я занималась испанскими танцами, которые, конечно же, не имели никакого отношения к вальсу. Вальс и полонез мы разучивали в течение всего лета с балетмейстерами Большого театра, с их хореографами в Большом театре, в 5 их репетиционных залах. Просто я считаю, самый лучший наш российский дизайнер, потому что он сотворил невозможное чудо. Вы знаете, вальс, он тяжелый танец. Мое платье, оно с двух слоев, оно отстегивается, вот этот вот огромный шлейф, получается вот такое прямое платье. Мне будет удобно танцевать, сделал мне просто все удобства. Красивый, шикарный цвет. Я просто ему благодарна. Саша, я тебя люблю, спасибо. За советом ты к маме не обращалась? Он сама все решает уже. 18 лет уже взрослый человек, совсем взрослый. Как долго собиралась, как долго выбирала платье? Мы летали с мамой в Париж, специально выбирали платье. И месяца три назад выбрали его. Вот, и его привезли сюда из Парижа. Я вот была для девушек, это очень важный такой первый шаг. Такой вот очень важно сделать его правильно. Какой танец сложнее, какой легче дался? Мы танцуем сегодня два танца, полонез и вальс. И мы дольше репетировали полонез, поэтому он кажется легче сейчас. И мы все девчонки очень боимся честно за вальс. Нет, замечательно. Нет, ну она бывает взрослой, к этому я уже привык. Вот.